Здравствуйте, это видеоверсия сайта Tarantas News, и в этом выпуске о старте предзаказов на обновленный Largus. Как отмечает пресс-служба марки Lada, новый Largus приобрел узнаваемый фирменный дизайн передней части, новый просторный интерьер с улучшенной эргономикой, новые комфортные опции, бензиновый мотор объемом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил. Обновленная модель включает в себя три версии – пассажирский универсал, кросс-модификацию и фургон. Заказать новый автомобиль можно будет на сайте lada.ru, либо на сайте официального дилера марки Lada. При онлайн-заказе выбранная машина бронируется только на 3 дня, либо без лимита по времени при внесении предоплаты в 10 тысяч рублей. Все клиенты, сделавшие онлайн-предзаказ до официального старта продаж новинки, вместе с автомобилем получат в подарок фирменные аксессуары, коврики, а также набор автохимии от компании LeCar. Отметим, что новая Lada Largus получила иную панель приборов, мультируль с обогревом, камеру заднего обзора, медиасистему с навигацией и поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto, улучшенную шумоизоляцию, обогрев ветрового стекла, задних кресел, датчик дождя и света, подлокотник водителя с боксом для хранения, а также новые передние кресла с улучшенной формой и новой обивкой и круиз-контроль. На новом базовом двигателе была внедрена обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированный коленвал и газораспределительный механизм. В результате производительность повышена до 90 лошадиных сил, а 80% крутящего момента доступны уже на 1000 оборотах в минуту, что позволяет снизить расход топлива и уменьшить частоту переключений. Также для Lada Largus предлагается двигатель 1,6 литра на 106 лошадиных сил. Все моторы новинки работают на бензине AE92. Базовое оснащение дополнилось новым оборудованием, включающим центральный замок с дистанционным управлением, маршрутный компьютер и дневные ходовые огни. Стартовая стоимость Lada Largus фургон в исполнении Classic от 685 900 рублей. Стоимость пассажирских версий на 5 мест начинается от 690 900 рублей. Цена на новый Largus с третьим рядом сидений от 817 900 рублей. Версии Cross также предлагаются в двух вариантах исполнения 5 и 7 мест по цене от 865 900 рублей. Для покупателей будут доступны три комплектации, которые можно опционально дооснастить пакетами по желанию. Это была видео версия сайта Tarantas News. Пока!